И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон. Как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в The Forest. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Давно мы не играли в эту игру, будем выживать, искать приключения на одно место. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Димон, я хочу добыть еды, потому что у меня нет еды, а она очень нужна. Так, да. У меня из еды тоже не особо много, потому что я этот, на только батончики. Вот я умный, на костер наступил. Больно. Да, буду знать, может, что это больно, наш да. Прошлых серий. Ай! Так горит, блин! Снимал, этот... Как за. А, все, та жопа горела. Жопа, да, загорелась. Так, что у нас тут есть? Ягод так. Нету. Давай тогда поисследуем, что ли, мир, наверное, да? Давай, ищем приключения на пятую точку. Побежали. Так люблю исследовать что-то. Тем более игру обновляли много раз, а мы этого не видели. Так, палка. Кстати, зимний биом, но нам нужны теплые вещи, чтобы туда идти. Мы, наверное, не, еще не готов. О, ягуар, здорово. Как ты, кабан? Кстати, Димас, ты хочешь крокодила найти? Крокодайла? Да. Хочу. Вот, кстати, я это загасил. У нас есть мясо, Димас, добывай. Там с этого челика ты сможешь забрать броню сначала, вот броня, а теперь мясо бери. Ты так рассказываешь, как будто я ни разу не играл. Да я рассказываю зрителям. Ага, понял. В курсе были. Опа, Димас, ворону, прикинь, схавал. Ты? Не, не, ну не схавал, а мясо добыл с вороны. О, можно птичку в воздухе лупануть. Ребят, что только не приходится делать, когда выживаешь. Конечно, блин, классно, графон. Такое себе удовольствие. Так, о, видимо, воробья тоже покушаем. Короче, я так понял, здесь надо, Димас, будет капканы для кроликов делать. Здесь их очень много ходит. Так, вот впереди интересная очень лачуга, давай. Это лагерь. Да-да-да. Диких этих... людей. Ганнибалов этих, так сказать. Ну да. Они что, едят людей? Конечно, Димас, они их вон. Так мы тоже можем есть людей. Ломай их, не тотемы. Что, Димас, тогда будем есть? Наши палки. Все наше. Вот это тоже надо разломать. О, у них какие-то эти... А, у них газировка была, кстати, прикольно. Они газировочку пьют. Ну, я видел, даже челик ночью с фонариком бегал. Так, смотри, тут есть палатка, в которой можно спать, офигеть. Во, будем знать. Да, вот такие палатки туристические. Мы в тех сериях давно еще здесь были, я помню. Мы даже в пещеру спускались, потом сразу назад. Потому что у нас ничего не было. Пещера, Димас. Не-не-не, я не готов. Давай в следующих сериях. В следующих сериях. Нагоняем обстановочку, ребята. Ну, да. Если вы поставите много лайков, мы... Да пусть в комментариях напишут, идти нам в пещеру или нет. Да, ребята, пишите. Потому что... Мы не уверены пока что. Ну, Димас больше всего. Не уверен. Сейчас будет рыбалка у нас. Достаем копьишко. Вот, здесь водятся эти, знаешь, кто? Кто? Крокодайлы. Крокодайлы, да. Кстати, так, ищем. Какие-то рыбы огромных. Смотри, пойдем посмотрим на них. Сейчас я хочу прям по озеру так обойти. Ой, это... я хотел сказать крокодил. Это... это бревно лежит. Так, у меня есть копье. Кстати, копье можно бросаться. Так. Крокодилы здесь очень хорошо маскируются, могут так прям выпрыгнуть, там не, где прям, кусты. Их прям здесь нету, Димас, я знаю, где они водятся, но их прям, ну, тут нету. Они на таких больших водоемах не сидят. Так, я хочу рыбу поймать, не вижу ни одной рыбехи. Потому что вон рыба, Димас, вон впереди там, она короче, посередине озера, понял? Как же рыбу подманить к себе? Может, меска кинуть, не? Та, не, она то что, пиранди, что? Ну не знаю, Димас, я поэтому. Вот, эти штуки для чего делают, я не помню. Какая-то интересная конструкция, я правда не знаю, что это такое. Я сам не знаю. Вот, очень Димас, интересно. Смотри, речушка. О, звук такой классный, ручья, мне прям нравится. Да, классненько. О, грибы, сейчас похаваю. На. Че рыбы нет? Да как так-то? Я из игуаны бегаю. О, кстати, Димас, я поймал игуану. Мы ж помнишь, ловили рыбу в прудах? Кстати, нам надо, знаешь, что еще найти? Котелок, чтобы водичку кипятить. Так, сейчас все найдем. Котелки, давай, идите сюда. Давай сначала я тебя найду. Где ты? А я вот сзади тебя. Вот, вижу тебя, Димас. Так, я себе сначала броню одену, пускай у меня будет чуть-чуть. Есть, птичку попал, четко, видел? О, копьем. Блин, рыбы нет. А есть уже потихоньку хочется. А у нас о, есть. О, смотри! Давай, быстрее, Димас, да подобные эти. Есть. Все, ребята, сейчас будем костер ну... разжигать и жарить кабана. Ящерицу и кабана. Давай. Чпонькс. Димас, да ты мясо разделищик. Ну. Трофей. У нас есть трофей.
Так, ну что, будем тут разжигать? Давай будем жечь. Вот, кстати, Димас, здесь как раз таки крокодилы водятся около таких. О, вижу этих охотников. Смотри, 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 вон они там. Тихо, присядь, Димас, присядь. Присядь, присядь. Иду, сел, стал, сел. Они, походу, на кого-то охотятся. Ну, эти. Аборигены. Не адертальцы, да, аборигены, они на кого-то охотились. Видать, так, так, либо так. За ними крокодил бежал, либо они за крокодилом. Ну, кто-то за кем-то бежал. В общем, давай здесь, да, разведем костерчик. А то я что-то и пить, и есть хочу уже все. Так, какой кнопкой открывать книжку? Б. Так. Книжку, да, Б, давай. Такой маленький, походненький этот костерчик разводи. Во. Вот это то, что нужно, Димас. Отлично. Так, я листочков добавлю, чтобы разгорался. Так, так я... Во, погнали. Блин, я не то нажал. Извините, я не то нажал. Сейчас все будет. Дубль 2. Погнали разрушать там. Давай, Димас, я пока буду караулить, а тут вдруг еще на нас нападут. Да-да-да. Придут на запах жареного мяса. Зачем оно нам надо? Крокодилы могут мимо пройти. И аборигены, и кабаны. Все, Дима, два куска положил, жарится. Во. Нормально. Кабан пошел. Давай подкинем больше, чтобы... Ого! Что случилось? О, дождь начался. Я впереди кого-то вижу. А, это кабан. Так он что-то в крови какой-то, не? Он мы под листвой. А, нет, не под листвой. Под листвой. Он потихоньку тухнуть будет сейчас. Прям атмосферненько дождь так пошел. Все четко. Во, я себе, кстати, хп восстанавливаю, когда кушаю. Ну? Смотри, кабан идет к нам. Вообще оборзевший. Давай его еще лупанем. Захотел. А? На запах жареного мяска, да? Смотри, смотри, сейчас копье в него завпульну. Блин. Копье. Блин, я далеко сильно кинул. Димас, Димас, он тут... А, нет, он за нами. За нами, Димас, спасай. Где мое копье? Вот мое копье. За мной. Аборигены! А, за мной кабан. Так, Диманчик, я на крысу сел. На. Убегай, лучше ты умрешь. На. А. Неандертальцы. Ты меня видишь, что ли? Срочно, срочно. Берем топоридзе. Че ты, иди сюда, мужик. Опа, пацаны, вы че? В воздухе топором. Я изучал очень много боевых искусств. А, ты че? А, пацаны, че, убил так быстро, что ли? Тебя убили? Так у меня вроде все полное было с одного раза, что ли? Ого, ливень пошел, холодно. Холодно, конечно, ну а что поделать? Блин, прям круто, прям все блестит. Димас, когда побежишь ко мне, ты нечаянно на этого, на кабана, либо на крокодила напарись, короче. Хорошо. Они вдвоем ходят. Ползают. Так, далеко короче, бежать. Аборигены еще новые пришли, короче. Блин, это жесть, Димон. О, тут с дерева что-то упало. В каком-то треугольнике этого нападений. Так, мне надо, короче, как-то хп отрегенить, я не знаю. Правда. Бегу, бегу. Блин, а через реку мне плыть? А, вот так можно пройти. Во, нашел эти специальные ягодки, которые восстанавливают все. Далеко мы с тобой, Димон, забрели. Да, далеко, ну а что поделаешь? Включим зажигалку. Ну я под листвой, короче, под деревом. Так, я уже приближаюсь. Блин, боюсь, что они меня сейчас замачат здесь. Так, копим энергию. Я аборигенов убивал, троих. Понял. А один куда-то смылся, который тебя ел. Да он вообще самый голодный оказался. Покушал и бежал. Так, 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 как туда попасть? А, вижу, все. О, когда кушаю, целое путешествие. Восстанавливаю ПП себе. Я тебя, Димас, вижу, вон твое имя там. Да-да-да, я через реки плыву, через моря. Понял тебя. Мой труп здесь, я уже слышу его запах. Я сейчас вот это приготовил нам покушать. Ну, у тебя, наверное, покушать и так есть, так что я поэтому скушаю. Так, у меня хп нету. Полный живот. А ливень вот. Идет. Идет, идет. У нас тут еще и темень конкретно. И рядом с нами, короче, есть пруд с двумя крокодилами и два кабана бегают. Все, Димончик, я подобрал свои все вещи. Давай. Вот здесь, короче, я так расположился, видишь, да? Да, красавчик. Ягоды лупану. Не, подожди, а ягодки нам нужны? А я их уже съел. А у меня есть мясо. А, ну тогда можешь это вот, мяска тут насыпать нам.
Ой, блин, сейчас опять костер поломаю. Любитель, все, да, Димон, жарю мяско. Ну я вообще не голодный. Это тебе. Я пока пройдусь, посмотрю, где тут крокодилы эти ходят. Блин, ночью вообще стрёмно, да, гулять? Прикинь, подкрадутся нам и съедят нас. Хоть фонарик бы дали. Крокодил, Димон, я вижу, вон он. Где? Я пошутил. Дима, что так пугает? Реально крокодил. А вдруг? И я, друзья, ну что уж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!